Стабильный климат, здоровая планета. Под таким девизом пройдет 19-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить 2022». Сегодня об этом рассказали организаторы события на пресс-конференции с журналистами. Проект стартует 21 мая в Ханты-Мансийске и закончится 10 июня. В рамках акции пройдет множество уже традиционных для югорчан мероприятий. Среди них международный конкурс-выставка «Красная книга глазами детей» и Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию и просвещению в интересах устойчивого развития. В общей сложности в программе 32 основных мероприятия и еще порядка 900 в муниципалитетах округа. Из 7 международных и межрегиональных мероприятий, которые пройдут в Югре, я бы хотел отметить признанный популярным в мировом телевизионном сообществе международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», который состоится уже в 26-й раз в Югре и пройдет с 1 по 3 июня. В день открытия фестиваля будет дан старт акции «Зеленое кино».